Всем привет, дорогие друзья, это Сова. Продолжаем с вами играть в Factory Town. У нас тут потихонечку вроде все мутится. Вроде как синие наши монетки начали потихонечку куда-то идти. Правда, по очень большому потихоньку или очень маленькому потихоньку, я не знаю, как правильно сказать. Короче, потихоньку. Так, здесь у нас, кстати говоря, кристалл заряженный. Что такое усиление земли? Как его сделать? Типа, мне надо сюда 10 кристаллов земли притараканить, что ли? Или мне надо сделать усиление земли, и тогда что-то здесь произойдет? Ну, видимо, да. Так, еще, кстати, у нас запас корон. Короче, если все будет плохо по деньгам, мы тогда еще корон начнем продавать. Так, мне главное, чтобы здесь стабильно шло золотишко, из которого мы не менее стабильно будем плавить всякие ресурсики. И из них мы будем делать вот это вот кольца, которые больше всего дают, собственно, нам синих денег в итоге. Мне кажется, это прям отличный план. Так, что нам не хватает? Нам не хватает на самом деле ничего на данный момент. Вернее, нам не хватает всего, правильнее так сказать. Так, золото есть, вот с камнями, с полированными проблемы. Да, конечно, полированные камни очень много требуют. Здесь на выходе у нас до хрена всего. Так, я думаю, что пришла пора, наверное, сделать вот так. Так, пришла пора сделать вот так, так будет побыстрее. Угу, так, отлично. 10 штуки будут набираться побыстрее теперь. Я надеюсь, по крайней мере, пойдут они тоже побыстрее. Здесь побыстрее и побольше у нас будет все производиться тогда, в таком случае. Да, потому что с камнями, с этими прям беда. Прям хоть еще одну шахту делай. Может быть, мы пока, раз такое дело, поставим сюда харвестер. Не хватает ресурсов. А что я там просрал все? Я, наверное, какие-то рельсы или что-то еще просрал. А, железные пластины обычные закончились. А может, у меня там железо закончилось? А то я уже давно не проверял, что там с ним происходит. А, ну да, точно. Здесь, короче, выработка... Выработано железо. Причем выработано оно полностью. При этом, несмотря на то, что оно выработано, при этом здесь все работает. Так, и здесь мы конвейерные ленты, соответственно, продаем. Конвейерные ленты мы здесь продаем. И из-за этого у нас недостатки теперь по железу. Так, вот эти ребята не могут, да, добывать? Или могут? Так, харвестер не может добывать, короче, такие штуки. А поэтому у нас нагнулось вот это, и из-за этого, собственно, нагнулось основное хранилище, в котором мы это все дело перерабатывали. Понятно, понятно. Ну, хоть ясно, что у нас произошло. Так, значит, вот этот харвестер мы тогда убираем. Вот этот нот мы оставляем, потому что он важный. Так, здесь у нас шахта железа. Здесь железа еще до хрена. Так, здесь железа еще до хрена. И здесь вот у нас есть волшебный промежуточный амбарчик. Давайте мы, знаете, что сделаем? Так, давайте мы сделаем тогда простую, понятную, элементарную вот такую вот хрень. Мы тогда запустим... Еще один, у меня скоро будут пробки на дорогах, просто трындец. Мы отсюда возьмем железную руду. И эту железную руду захреначим вот сюда. Это для того, чтобы я мог продолжать по-нормальному всякое строить. Так, нет у нас никаких пробок критических, из-за которых у нас ни хрена не работает. Ну, вроде как нет. Вроде как нет критических пробок. Так, синие монеты вроде как тоже пошли потихоньку наверх. Так, синие монеты пошли наверх. Это очень хорошо, что они пошли наверх. Так, ну на харвестер мне все равно не хватает у меня. Хотя, может, и хватит, сейчас посмотрим. Ну-ка, рабочая. Харвестер. Так, я хотел бы просто, чтобы он добывал и возил в дом каменщика дополнительно еще каменюги. Если есть такая возможность, мне бы это очень сильно хотелось. Сколько он, кстати, перевозит за раз? Он перевозит за раз 12, это нормально. То есть один его рейс по факту нам дает
Да, практически полную вот эту штуку. Да, он будет очень неплохо помогать. Будет очень неплохо помогать с вот этой ерундой. Правда, конечно, он синие монеты требует. У нас получается рекурсия. Чтобы произвести синие монеты, нам нужны синие монеты. Ну ладно, здесь пока вроде как пошло более-менее нормально золото. И так, ну ладно, да, здесь мы, короче говоря, более-менее решили вопрос. Так, с эссенциями здесь что? Здесь не хватает, короче, вот этих кристаллов. Кристаллов не хватает катастрофически. Осколки маны надо, короче, где-то просто в другом месте делать. Они у нас и здесь денег стоят дополнительно, и все такое прочее. Так, давайте смотреть дальше. Где у нас, кстати говоря, штука, которая сюда всякое возит? Сюда-то кто-то что-то возит. Так, сюда возишь ты, да? Значит, ты идешь сюда. Едешь пока, вернее. И нам нужно... Что там нам нужно? Очистка камней огня, очистка камней воздуха. Давайте очистку камней воздуха возьмем. Так, нам, собственно, нужны теперь... Так, нет, это не то. Где у нас товарищ-то? Вот он. Так, вот он у нас товарищ. Ты у нас теперь будешь козить камни воздуха. Так, камни воздуха у нас вот здесь, если я правильно помню. Да. Значит, ты у нас будешь забирать отсюда камни воздуха и пилить их в школу. Так, 100 камней нам надо. Это много. Что ты сюда сгрузил? Так, какой-то из амбаров что-то лишнее сгрузил, по-моему. Да, вот эти штуки здесь делаются, но чертовски медленно они делаются. Чего теперь не хватает? Теперь, в принципе, всего хватает, кроме людей. Так, нам надо ускориться. Я хотел бы, чтобы они делались максимально возможными темпами. Да, с людьми у нас вроде как все нормально, поэтому мы можем себе такое позволить. Так, синими, фиолетовыми, вернее, монетами у нас тоже все более-менее ничего. Так, синие монеты у нас прибавляются, красные монеты прибавляются, желтые прибавляются. Вроде все путем. Так, экономическая модель вроде как стабильная более-менее. Так, на 20 исследований нам есть. Короче, один рейс, это до хрена. Вопрос только в том, сколько здесь осталось. А, здесь много осталось. Вот где-где много осталось, так это вот тут. Ну и хорошо, ладно. Это очень хорошо. Значит, исследования у нас сейчас пройдут. Исследования сейчас пройдут, потом у нас объединительные, и, соответственно, нам надо будет накопить 100 этих самых кристаллов для того, чтобы все это дело объединить окончательно. Так, у меня самая большая проблема, на самом деле, вот здесь вот с этими штуками, с переработкой. Их больше всего требуется. Так, давайте-ка мы накинем сюда тоже людей. А, к слову, если я захочу, ну-ка, адаптер паропровода, да, я могу это сделать. Давайте мы, знаете, что сделаем? Так, паропровод, мне только надо что-то сжечь. Это же уголь? Да, это уголь. Мы сейчас тогда, знаете, что сделаем? Где у нас там паропровод? Парогенератор. Блин, парогенератор железных пластин требует 100. Херовато. Херовато, так, херовато, херовато. Кому-то херовато. Ну ладно. Давайте тогда вот здесь вот пока будем разбираться. Так, пока будем разбираться вот здесь. Это ж норм будет, если я вот такую штуку сделаю? Или не норм? Вообще, типа, как бы он считает, что норм. Ну, ладно, так. Если не обманывает, то так мы можем заставить этот генератор работать. Ладно, хорошо, допустим. Так, давайте тогда вот эту вот тему и вот эту тему подключим сюда. Так, значит, здесь нам нужно будет 2 внутрь и 1 наружу. Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Так, во-первых, так, допустим, вот так вот внутрь. Так, тоже внутрь. И вот так наружу. Один, который из них потом будет получаться. Так, теперь нам нужно здание, пусть это будут хранилища.
Да, пусть это будут хранилища, только их нельзя строить вот здесь вот. Так, да не... Может быть, даже не хранилище? Нет, хранилище, наверное, все-таки. Потому что их нужно до хрена. Вот это точно хранилище? А вот сюда, может быть, даже... Ладно, пусть будет тоже хранилище, хорошо. Так, что там нам нужно-то? Ну, кристаллы и эссенция огня, естественно. Так, хорошо. Сюда, значит, у нас, допустим, будет эссенция огня. Нет, это не эссенция огня. Так, вот эссенция огня. Сюда кристаллы, которых у нас катастрофически не хватает. Так, кристаллы маны. Так, значит, ну эссенцию огня здесь возить как бы хрен да ни хрена. Значит, здесь нам нужен будет караван, который будет брать эссенцию огня и возить ее, соответственно, куда там ты будешь возить? Вот сюда. Так, а здесь у нас кристаллы огня. Да? Ты же кристаллы огня, да, кристаллы огня нам делаешь. Так, хорошо. Теперь нам нужна будет еще караванная телега, которая будет возить то, чего у нас нет. А именно вот эти штуки из амбара вот сюда. Так, ладно, пусть это пока у нас поработает. Что у нас тут? У нас тут пошла жара. Так, а здесь... Этого до хрена, этого до хрена. Че у нас так много вот этой вот по воде? Может ее продавать дополнительно еще в других аптеках? Хотя и так вроде продаю везде. Но ее при этом до хренича. Ладно, месторождение закончится, до хренича ее уже не будет, это однозначно. Так, где у нас, товарищ? Ты что-нибудь везешь? Ну, даже там что-то нашел. Ладно, хорошо. Есть что-то нашел, молодец. Не, у нас тут монопровод работает вообще как не в себя, я смотрю. Так, пошли эти штуки. Хорошо, раз эти штуки пошли, значит у нас сейчас вот эта вот огненная тема будет тоже работать. Так, это у нас стоит на выгрузке, потому что не может разгрузиться. Ну и прекрасно. Так, обратно у нас пошли камни. Итого, огонь у нас есть, так, земля у нас есть, так, что там у нас есть-то, воздух у нас есть, и вода у нас есть. Да, их мало, конечно, в большинстве своем, но они есть. Так, как бы мало их не было, в принципе, они присутствуют. А еще, знаете, что хотел бы сделать? Я бы хотел сделать дополнительную шахту золота, если есть такая возможность у меня... По ресурсам, чтобы это копалось быстрее. Очень бы прям хотелось. Если я смогу это, конечно, поставить. А то я там подстрепался по ресурсам. Но на шахту мне вроде как еще хватает. Пока что. Так, ну вот допустим, давайте вот на эту часть. Так, и я буду здесь добывать золото. Мне надо немножко ускориться просто, потому что как бы понятно почему. Так, значит, вот эту штуку сюда. Так, вот эту штуку сюда. Так, сейчас у нас будут шарообразные кусочки золотихи идти в большем количестве. Больше золотихи это больше синие штуки в итоге. Больше синие штуки это больше радости. Так, да, пусть они вот таким сплошным потоком у нас идут. Это будет очень хорошо. Быстрее, в принципе, делать не нужно. Или нужно? Как бы быстрее, может быть, делать и нужно было бы. Так, а сколько у меня конвейеров? Ну-ка, где у меня топчий инвентарь? Конвейеров у меня 145 осталось. Маловато будет. Хотелось бы все, конечно, перевести и сделать получше, но, видимо, не получится пока. Так, ну вот уже 5 кусков золота мы потащили. Здесь, кстати, с золотом-то более-менее норм. Да, золото здесь до хрена. Так, золото здесь до хрена. У нас не хватает, получается, камней. А ты перестал ездить, что ли? То есть он вырабатывается и перестает ездить? Блин, какой-то ты странный харвестер. Так, ну-ка, еще разок тебя давай попробуем попытать. А ты туда не можешь доехать, да? Блин, ну тогда он вообще беспонтовый. Если он перестает ездить, как только месторождение вырубили, он вообще перестал ездить. Блин, ты же раньше сюда добирался. Что теперь, не так?
Блин, теперь что-то не так. Хорошо, а если вот, допустим, отсюда ты сюда будешь выгружать? Вот сюда прям. Не? Не, он прям не добывает его. То есть ему типа мешают вот эти выработки. То есть он через выработку прорваться не может. Ага, понятно. Так, ну хорошо. Значит, уголь есть. Если я ему тогда вот так вот сделаю. Блин, ну он сейчас опять здесь обработает все в округе. И как бы и дальше не будет ничего делать. Так, ну ладно, все равно. В любом случае, даже если он так сделает, это будет какое-то подспорье хотя бы сейчас. Для того, чтобы мы могли быстрее производить и больше зарабатывать. А то у нас все тыщеночка, и это как бы не очень весело. Так, что у нас здесь? Давайте смотреть. Нет, не здесь. Вот здесь. Так, 95. И у нас уже здесь есть штуки. Так, отлично. Значит, у нас сейчас будет исследовано все, что надо. Так, 98. Так, ты нам тогда не нужен. Так, отлично. Заблокирован магический конвейер заклинаний выносливости и усиления воздуха. Так, ладно, допустим. Следующий момент. Нам нужен... Так, дайте мы его с инвентарем, дайте мы его просто удалим отсюда нахрен. Так, допустим, очистка камней огня. Так, очистка камней огня. Для этого мы должны будем запихнуть еще одного такого рабочего. Так, на камни... Нет, вот сюда, на камни огня. И чтоб он пилюкал с ними в школу. Так, ну пусть пилюкает. Так, пусть пилюкает с ними в школу. Дома мне, в принципе, задействовать дополнительно, в общем-то, даже не нужно. И без дополнительных домов все хорошо. Па-па-ра-па-пам-пам-пам. Так. И потом самый геморройный. Надо будет возить. А для того, чтобы оттуда возить, надо, чтобы его... набралось нужное количество. Для этого мне нужны вот такие вот, блин, хрени. И это самая большая проблема. Так, давайте тогда, пока мы ждем, мы с вами еще напридумываем где-нибудь, где мы будем кристаллы маны забирать. Так, это у нас камни. Это у нас камни воздуха, которых вроде как дофига. Так, здесь камни. Вот осколки маны у нас еще дополнительно. Так, осколки маны. А где еще есть осколки маны? И одновременно уголь, для того, чтобы я их нормально переплавлял. Так, а нам что-то там еще нужно будет, да? Нам же нужна эта магическая херня или не нужна магическая херня? Нет, магическая херня не нужна. Так, для того, чтобы делать кристаллы маны, вообще ничего не надо на самом деле. Ну, не сказать, что их прям не хватает. Они более-менее неплохо, кстати говоря, даже делаются. Более-менее. Не волшебно, но более-менее неплохо. Так что, в общем, если я еще хотя бы одну вот такую вот штуку забахаю, то может быть вообще хорошо. Так, ну давайте тогда забахаем. Так, осколки маны. Значит, нам нужно по факту только огонь. Так, только огонь и, ну, собственно, и синие вот эти вот херни. Блин, синих денег у меня только маловато. Проблема только с синими деньгами. Мы сейчас опять минус пойдем, наверное. Так, огонь, осколки манны и синие бабки. В общем, больше ничего не нужно. Так, ладно. И где там эта магическая кузница? Так, магическая кузница. Так, допустим, вот здесь вот, если я сделаю вывод... Блин, здесь у нас рыба плавает. Здесь у нас плавает рыба. Могу я здесь проложить мост? Ну ладно, давайте попробуем поставить. А, мост, короче, можно через рыбу проложить. Это интересно. Я думал, что в данной игрухе такое быть невозможно. Но почему-то это было возможно. Так, ладно, значит, мы здесь будем делать кристаллы манны. Так, для того, чтобы их сделать, мне все-таки надо будет захреначить здесь шахту. Без шахты здесь будет грустно.
Так, здание. Так, шахта. Мне же хватит на еще одну шахту, я надеюсь. Так, мне хватит на еще одну шахту, надо только ее найти. Нет, мне не хватит на еще одну шахту, потому что нужны рельсы. Блин, рельсы все-таки закончились. Когда-то это должно было произойти, и это произошло. Так, а рельсы у меня вот здесь вот, да, делаются? Да, три рельсина у меня осталось. А где этот товарищ, который сюда возит, соответственно, что-то? Как-то он очень медленно возит сюда что-то. Мы сейчас наполняем, значит, получается, вот эту штуку, а рельсы у меня будут в самом конце. Так, а рельсы будут в самом... Это печально, что рельсы будут в самом конце. Это я прям даже хочу изменить. Такое, такое поведение. Потому что что-то мне так не нравится. Блин, можно, конечно, вот из выработки дополнительно сюда что-нибудь отслюнить. Нет, давайте мы, знаете, что сделаем? Так, я ж могу здесь? Так, я ж могу вот так вот делать, правильно? Они будут на одном уровне? Так, ну, вроде как они на одном уровне. Так, хорошо, если они на одном уровне реально... Так, если они реально на одном уровне, тогда... Я не понимаю, на одном, а не на одном. Так, давайте попробуем. Так, мне тогда надо захреначить будет сюда сплиттер, чтобы у меня еще дополнительный металл сюда все равно шел. Потому что я очень хочу здесь увидеть рельсы. Так, а где этот товарищ? Товарищ уже опустошил весь склад, кстати говоря. Товарищ полностью опустошил весь склад. Он теперь с одной ерундой этой ходит. Так. А еще на одну шахту мне-то как раз и не хватит. Угу. Так, ускорить я могу. Вот усиление земли, но усиление земли... Ладно, я знаю, одно усиление земли — это накинуть сюда еще несколько прорабов. Так. Ну, допустим, вот это вот я проложу. Странно как-то. Вроде как конвейер должен быть значительно быстрее, но я бы не сказал, что он значительно быстрее. Так, а если я вот так вот сделаю? Это решит нашу проблему? Нет, все равно там на выходе до хрена. Даже это не решит нашу проблему. Но это решит, скорее всего, проблему со снабжением вот там дальше. Тем не менее. Так, вот эта тема мне тогда, получается, нужна просто тупо в общем инвентаре. Я так понимаю. Да, вот теперь он у нас довольно много нахреначил. Ну, ладно, меня устраивает. С людьми у нас, повторюсь, все дофига. И хорошо, прекрасно у нас их. Очень много. Делать с ними особо ничего не надо. Так, давайте теперь посмотрим по экономике. Так, чего они от меня все требуют? Так, непонятно, что они от меня все требуют на самом деле. Ну-ка, завод очистки. Нет, на заводе очистки у нас, короче, только такая тема. А что тогда им от меня всем нужно? Так, ну-ка, здание. Чего еще не построил? Завод очистки, с этим все понятно. Белиск пустоты, ну вот, алтарь земли. Мне нужны кристаллы. Мне нужны кристаллы земли, которые... Ага, понятно. Я понял, в чем фишка. Фишка в том, что поскольку они у меня не подключены к логистической сети, получается такая вот хрень. Так. Получается хрень из-за того, что они вне логистической сети. А мне нужно тогда, получается, в амбары их загнать. Пам-пам-пам-пам. Так, пам-пам-пам. А могу я здесь поставить амбар? Кстати, я могу поставить здесь амбар. Так, а если я могу поставить здесь амбар, значит, я могу поставить здесь... Куда ты смотришь? Ты у нас смотришь сюда, да?
Так, тогда я могу захерачить их в логистическую цепь. И тогда я могу вот эту вот часть промежуточную отсюда вообще убрать. Проблема только в том, что сюда что-то... А нет, никто сюда не ездит. Сюда кто-то ездил раньше, когда... Да, все нормально тогда. Значит, в амбар это надо запихивать. Блин, значит, мне и кристалл воздуха надо в амбар запихнуть. Проблема. Так, ладно, сейчас мы вот это вот опустошим, уберем. Оно, может, и так попадет, в принципе, мне в основную цепочку, но мы, давайте, рисковать на всякий случай не будем, потому что здесь непонятно вообще, как что работает. Так, вот у нас в амбаре есть эта вещь. Я, кстати, могу вот делать усиление земли, например. Я если сделаю усиление земли здесь, я что получу? Пум. Так, каждые 4 секунды. Каждые 4 секунды, а если без усиления земли? Ну так, каждые 4 секунды, но здесь 5 рабочих. А здесь сколько рабочих? А здесь 3. Так, а если с 3 рабочими, то каждые 4 секунды. И, кстати, столько рабочих, в принципе, не нужно, потому что он не успевает ни хрена. Да, здесь вон так вот все переполнено. Так, давайте мы его улучшим тогда. Пусть здесь все будет до хрена. Так, до хрена здесь все пусть будет. Так, и что у меня теперь здесь с рельсами? Ну, с рельсами ситуация стала лучше, но не кардинально. Не кардинально, это прям мягко сказано. А почему что ее не... Подожди, стоять. Что-то ее не выгружаешь полностью. А полностью ее не выгружаешь, потому что она сюда не помещается. Да, в кузнице на входе может быть... Не может быть такого количества на входе. Вон оно что. Что-то я сразу не подумал об этом. Так, хорошо. Тогда, значит, мне получается надо не совсем так сделать. То есть мне тогда надо ставить... так, хранилище большое. Это хранилище большое направлять сюда. Так, здесь я его подключить не смогу. Так, мне тогда надо будет после этого ставить деревянный каркас. Потом ставить вот такую вещь. Так, сейчас у нас приедет... Где он едет-то, господи? Так, вот он. Да, он сейчас, получается, с половиной еще и назад-то уедет. Нет, это не он. Ой-ой-ой-ой-ой, это что такое? Или это он? Нет, это, наверное, все-таки он. Так, тогда, значит, смотри, какая история. Ты тогда вот здесь вот берешь это железо, а выгружать будешь вот здесь. Да, главное лишних кнопок не нажимать. Надеюсь, что все будет хорошо, если этот... Если придерживаться определенных правил безопасности по лишним кнопкам, то все будет нормально. Так, давайте мы еще вот здесь вот такую штуку забахаем. Так, угорёчек у нас остается, но остается. Так, теперь я хочу посмотреть, что будет, когда эта хрень приедет. Нет, они слишком тупые вместе. Все-таки, если им не раскладывать, как они должны ездить, они ездят почему-то вообще через жопу. Или вообще не ездят. Так, он вообще не ездит, потому что он не сможет разгрузиться. Так, это мы уже выяснили. Он не сможет разгрузиться. Так, где он должен разгрузиться-то? Но разгружаться он должен вот здесь. Ух, так, он не сможет разгрузиться. Он не сможет разгрузиться, потому что... Потому что да. Потому что нам надо сделать тогда помосточки, вот такие, деревянный каркасик. И тогда сделать вот так. Вот тогда он сможет разгрузиться. Да? Так, сейчас мы узнаем. Так, вроде это кракозябр поехал. Так, сейчас надо проверить, чтобы все это работало. Иначе мы шахты строить не сможем, и без них будет грустно. Так, здесь пошла жара. Так, здесь жара пошла. Здесь жара потихоньку уходит.
Так, и здесь у нас пошел, соответственно, металл. Так, металл пошел, здесь металл уже набирается, и здесь металл тоже набирается. Так, ладно, значит, скоро у нас будет нужное количество всякого. Теперь здесь у нас что? Здесь у нас хранилище 5 штук, а сколько у нас прошло циклов исследований? 49. И 3 еще в запасе. Маловато. Маловато, ребята, будет. То есть упирается у нас все в камни. А камни упираются, я знаю во что. Да, камни упираются в то, что у нас хранилища нету ни хрена вот здесь. И это большая проблема. Так, значит, камни упираются в это. В камни упираются исследования. И потом в эти же самые камни упрется, соответственно, последняя вот эта вот часть, которая нам нужна. Так, нам бы тогда неплохо было бы получить все-таки... Вот последняя рельса у нас сейчас придет. Сейчас у нас придет последняя 20-я рельса, и мы тогда сможем забахать шахту. Надеюсь, что нам хватит синих денежек для того, чтобы все это поддерживать в нормальном балансе. Так, 20-я пришла. Хорошо. То есть теперь, по идее, я смогу вот сюда вот забахать на постоянку. 20 же надо было. Шахта, да, 20 нужно. Укрепленные доски вроде как у нас присутствуют. Так, ну и чё, блин? Ну это прям вообще сейчас будет с жопа опять. Так, а можно как-то вот это вот так выровнять, чтобы прям вообще было хорошо? Чтобы вообще было хорошо, по всей видимости, это выровнять нельзя. Так, ладно, давайте хоть как-нибудь попробуем поставить тогда здесь шахту. Да нет, в принципе, неплохо она отравнялась. Так, шахта. Шахта у нас будет собирать осколки маны. Теперь нам надо эти осколки маны запихнуть сюда. Для этого нам не обойтись без деревянных каркасов. Так, без вот таких. Наверное, вот таких. И как-то надо будет... Нет, вот это надо убрать. И вот это, наверное, надо убрать. Так, а наоборот? Наоборот, походу, работает. Так, хоп-хоп. Хоп. Так. Есть ли здесь подход сюда? Я так думаю, что подхода здесь нету. Да, наверное, чтобы подход сделать, надо делать вот так. Так, давайте мы вот эту штуку забахаем здесь. Так, забахаем вот эту штуку здесь и забахаем вот так вот штуку здесь. И теперь нам нужно будет поставить еще один харвестер, который будет брать уголь и тащить его сюда. Так, ну ладно. Хорошо, здесь у нас что-то получилось. Теперь либо ее с выхода таскать, либо поставить. Но я так думаю, что я не поставлю, наверное. Сейчас я посмотрю, можно ее поставить или нет. Так, где она есть-то, господи? Хранилище. Да нет, в принципе, хранилище сюда можно поставить. Так, хранилище сюда поставить можно. Так, ну, сейчас проверим. Если все действительно можно, то тогда нормально. Так, грабер. Пум. Нет. На выходе есть кристаллы манны, но... А, понятно, почему нет. Потому что здесь нужна такая хрень. Так, нужна вот такая вот рампа. Так, вот такая рампа нужна. Вопрос только, сможет ли она зайти в это хранилище. Есть только один способ это выяснить. Так, ставим грабер. Да, в это хранилище она зайти сможет. Ладно, тогда сейчас мы сделаем вот так. Делаем пятачок для того, чтобы здесь можно было разгрузиться, развернуться и что-то с этим сделать. Теперь мы ставим еще одну тележку караванную, которая будет вот отсюда возить вот эту хрень и выпихивать ее вот в этот амбар. Так, потому что у нас все затариваются вот в этом амбаре. Поэтому неплохо было бы, чтобы как раз в этом амбаре у нас все дело и стояло. Единственное, что я вот боюсь, что они будут путаться.
Так, людей у нас до хрена, так давайте это ускорим. Так, всего на входе у нас достаточно. То есть пусть они работают на полную катушку. Так, пусть они работают на полную катушку. И тогда у нас получается с двух производств, ну, будет более-менее ничего так. Не волшебно, конечно, но ничего так. Тогда на базе этого и через это у нас сейчас ускорится вот здесь вот все, по идее. Так, у нас здесь осталось 5. Так, у нас здесь осталось 5. А исследовано здесь 81. Так, ладно, давайте тогда мы исследуем вот эту вот огненную хрень. И на сегодня тогда заканчиваем серию. Продолжим завтра, наверное. Не знаю, правда, как они будут серии еще выходить. Но понятное дело, что минимум одна серия в день. Может быть, даже чаще. Не знаю, пока посмотрим. Так, 6 он везет. Мне главное не перебарщивать для того, чтобы они у меня где-то не валялись потом. Так, 6 он везет, это будет 90, и мне останется 10. Так, мне останется 10 произвести и перевести, соответственно. Блин, а тогда проблема в том, что у меня с вот эти камни огня... Ну, тогда я усиление огня не могу сделать, и хрен бы с ним, в общем-то. Здесь, в общем-то, и без усилений можно играть. По факту. Так, 7 штук. Так, 8 штук. Так ты везешь? 9 ты везешь. Здесь 90. Да, останется, короче, одну привезти. Мы сейчас даже, знаете, как сделаем? Сейчас у нас будет торжественное просто шествие, практически как олимпийский огонь. Так, что ты там сделал-то? Стоять, сюда иди. Так, выгрузить. Ты выгрузил? Ты выгрузил. Так, выгрузил? Да, он выгрузил. Так, 92. Угу, так, 5 у нас остается. Так, сейчас смотрим. Торжественный момент. Смотрим. Вообще, кстати, не совсем понятно. Она сначала тратится, потом идет, или сначала идет, потом тратится. По идее, как бы должно быть нормально, но я что-то опасаюсь немножко, что не хватит. Нет, все-таки 99. Так, нормально. Значит, теперь нам нужно, чтобы ты... Ты будешь великим человеком, который возьмет здесь один последний кусочек и принесет его в школу. Давай. Давай, смелый наш рабочий. Это, кстати, твоя первая, последняя и единственная миссия, потому что после того, как ты добежишь до школы, я удалю тебя. Но ты останешься в веках у зрителей нашего канала как... Кто ты, человек? Как рабочий, который принес самый важный кусочек огненной субстанции в школу для его дальнейшего изучения. Храни тебя, Ктулху, бум. Так, у нас разблокирован алтарь огня. Опять магические рельсы. Так, заклинание силы, которое можем продавать за красные монеты и усиление огня. Ну все, так, теперь нам осталось делать очистку камней и воды. Это будет геморройно. Очень сильно геморройно, потому что, во-первых, они далеко, во-вторых, их мало. Давайте мы сейчас зарядим сюда, соответственно, за камнями воды. Потом обратно в школу. Сколько у нас, кстати, камней и воды? Нам нужно 100 для того, чтобы закончить. У нас набралось только 46. Чертовски мало. Да, ну, естественно, не хватает понятно чего. Как, собственно, и всегда. Ладно, тогда на этом мы пока прерываемся. Я сохраняюсь и продолжу тогда завтра. Ну, соответственно, вы, скорее всего, опять же, завтра это и увидите, я так думаю. Что там у нас из этого получится. На сегодня я с вами прощаюсь. Спасибо, ребят, за внимание, удачи и всего вам доброго.